Asya'nın Avrupa ile kucaklaştığı şehir olan İstanbul. Расположенный между Азией и Европой город Стамбул на протяжении всей истории известен как центр культуры, искусства и торговли. Наряду с естественными красотами для современных потребностей многочисленных организаций и миллионов людей наша фирма Матсан, Матбаджилык Санай и Тиджарет. Haley markasıyla 40 yılı aşkın bir süredir duvar kağıdı ve duvar kaplama ürünleri imal eden marka. Производит обои в хозяйственном секторе производства печатных изделий и обойных материалов в городе Стамбуле и становится одни из лидеров в этом направлении самого разнообразного вида обой, изготовленный на прочной основе, от которой невозможно отказаться, придадут эстетический вид декорации помещения. Фирма Матсан, около 40 лет выпускающая обои и покрытие для стен марки Халлей для потребителей различных регионов, повышая их качество и улучшая внешний вид, может вправо гордиться своей продукцией. На находящемся в промышленном районе Черкесское производственном предприятии с применением достижений передовой технологии производят обои марки Халли, бордюры, самоклеющаяся фольга. И эта продукция пользуется спросом в секторе торговой сети по продаже строительно-декорационных материалов. Evlerinin metraj anlamda ölçülerini verdiklerinde ihtiyaçları olan duvar kağıtlarını da tespit edebilmektedir. Предстоящими задачами на будущее распространение применения обоев и более подробнее осведомление потребителей с этой продукцией. Çerkezköy organize sanayi bölgesinde en son teknoloji kullanılarak üretilen Компетентные лица фирмы подчеркивают, что обои марки Халлей являются проницаемыми и не препятствуют естественной циркуляции воздуха и влаги, не приносят вреда здоровью людей. Халлей yetkilileri duvar kağıdının vazgeçilmez olduğunun da altını çizmektedirler. Отличные качества, доступные цены, актуальные цветы и рисунки продукции марки Халлей, проводимая политика качественного обслуживания со дня образования фирмы, стали причиной ее быстрого распространения во всех областях Турции и многих зарубежных странах. Занимаясь экспортными поставками в Россию, Болгарию, турецкоязычные республики и многие европейские страны, фирма ставит свои задачи и в самое короткое время организовать связь со всем миром. В последние годы, произведенные крупными фирмами, инвестиции ускорили развитие производства и позволяют нам уверенно смотреть в будущее. В вопросе заботы о потребителях фирма является высококвалифицированным знатком удовлетворения самых высоких запросов клиентов и при изготовлении продукции уделяет большое внимание прочности и актуальности изделий по сегодняшним требованиям. Her tür mekana ve bütçeye hitap edebilen Halley duvar kağıtlarının çağdaş çizgisi. Фирма следит за новинками технологий производственного процесса, и персонал технологического отдела эстетического обслуживания проводит модернизацию предприятий для получения ожидаемого результата. Моющийся, прочный и не меняющийся цвет. Modern dekorasyonun vazgeçilmez parçası olan duvar kaplamalarını bir sanatçı titizliğiyle tasarlayan Halley, ülkemizin высококачественные обои марки Халлей, разработанные по самым великолепным проектам и очень широкого выбора, не имеют границ в вопросах и проминания и декорационных целях для домов, гостиниц, места работы. Являясь результатом многолетнего опыта, поверхность обоев с рисунками и цветами самого широкого выбора. Поясные могут сравниться с предметами искусства. Современные оформления, выпускаемые продукты для различных мест
И с учетом финансовых возможностей, представляемых обоев марки Халлей, фирма успешно занимает свою деятельностью в Турции, завоевала достаточную известность. Производственная мощность предприятия свыше 10 миллионов рулонов, и на внутреннем рынке страны наблюдается уменьшение по главным показателям фирмы. Давая работу сотням людей, несмотря на экономические затруднения, своей страны мы не опускаем от качественного исполнения доступных тем продуктов. Kuruluşumuz önümüzdeki hedefleri duvar kağıdının kullanımını yaygınlaştırmak, halkımıza bu ürünü daha iyi tanıtmak olarak belirlemiştir. Являясь неотъемлемой частью модерновой декорации, стены, покрытые халлей, разработаны по самому требовательному проекту и артистической, выполнение дает право занимать нашей фирме место одного из самых крупных предприятий. Занимаясь не только производственными вопросами, но и соответственным кадровым составом организации, Халли создает для клиентов необходимое жизненное окружение. Тщательный подбор сырья и внимательный контроль качества. Обои Халли безграничного выбора цветов и рисунков предназначены для любого помещения закрытого типа. Продолжать здоровый образ жизни, придать помещению запах искусства, эстетики, создать цветное разнообразие вашего мира. Все это в ваших руках. Одной из первейших необходимостей человека является место, где он живет. Халли много лет успешно работающий в строительной и декоративной отрасли и уверенно шагающий к светлому будущему, поможет вам сделать дом уютным. Говорит Левент Башолы, главный директор фирмы Халли Обой. Начиная свою деятельность в 1963 году в районе Алибейка и города Стамбуля, с первого дня образования организация шагает в ногу со временем. Наша фабрика вначале выпускала квадратные плиты ПВЧ, а с 1978 года одной из первых в Турции занялась производством обоев и вследствие этого снова становясь одной из первооткрывателей. С 1977 года разработала выпуск стеновых покрытий медиль. И в это же время освоила выпуск новой продукции бордюров. Самое последнее новенькое предприятие производственных выпусков фольги. Все эти новшества были введены в целью расширения экспортной деятельности организации и обеспечения внутреннего рынка. На повестке сегодняшнего дня необходимо стать лидером на внутреннем рынке и при необходимости на внешнем рынке.